Всем приветики. Я записывал экран, ну, вернее, игру через ABS и заметил то, что игра выглядит вот так вот. То есть она такая вот, там цвета темные. А у меня они были вот такие вот. Ну, то есть в игре она все такое темное, а здесь у меня все такое светлое. И я начал искать проблему. В чем причина? И зашел, получается, в настройки ABS. А в настройках выбрал расширенный режим, или как там оно, расширенное, и цветовой диапазон UV, короче. Не знаю, как оно читается, но, в общем, с частичного поменял на полный. Я почему-то, когда зашел в расширенный и увидел цветовой диапазон частичный, почему-то я сразу решил залезть туда и посмотреть, нет ли там пункта полный. Ну, потому что частично, получается, он какую-то часть выбирает. И то есть я даже еще не знаю, что там подумал. Я только зашел сюда, увидел надпись частичный и сразу думаю, а полного нету. Нажимаю, и точно там есть полный. Выбрал полный. И после этого изображение с такого сменилось вот на такое. То есть стало таким, как в игре. Так что, если у вас тоже такая же проблема, изображение такое блеклое, поставьте полный диапазон, и оно будет таким же, как в игре. То есть в точности таким же красивым и ярким. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.